2017 для жителей Ульяновской области запомнится неустойчивой погодой и ураганами, а для фермеров – рекордным урожаем. Больше 1,5 миллионов тонн зерна. Цифра отнюдь не маленькая. С успехом аграриев поздравил глава региона Сергей Морозов. Когда у нас шла посевная кампания, потом, так сказать, такое затяжное непонятное лето, вряд ли, наверное, кто ожидал хорошего результата. У всех, наверное, было даже больше переживаний о том, что же случится в этом году. Но Бог смилостился, с одной стороны, а с другой стороны, люди очень хорошо поработали. С большим урожаем приходит и другой вопрос – дальнейшая реализация продукта. Для обеспечения продбезопасности продолжается формирование регионального зернового фонда. 70% всех зернохранилищ уже заполнены. Остальной урожай пойдет на экспорт и местное производство. Все, что касается реализации на сегодняшний день, мы, безусловно, рассчитываем на интервенцию, соответственно. Да, помимо всего прочего, у нас уже порядка 40 тысяч тонн экспортировано за пределы нашего региона и страны. Параллельно с уборочной активно проходит и посевная кампания. На сегодняшний день засеяно почти 230 тысяч гектаров земли. Это 85% от плана. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.